В шахматно-шашечном зале 5-й спортивной школы первое соревнование в самой древней игре на планете – шахматом «Крещенский турнир 2017». Соревновались юные шахматные дарования. Среди младших ребят, а это 10 мальчишек и девчонок, быстро завершились партии, и тройка лидеров такова – Денис Баландин, победитель, на второй позиции Федор Китайский и на третьем месте Артем Грибоедов. В младшем турнире играют дети, играет 10 человек, в основном возраст до 10 лет. Старший турнир в своем большинстве имеют уже спортивные разряды, и возраст 10 лет и старше. Этот турнир как раз является подготовкой к соревнованиям, которые будут проходить в этом году выездным. Если наши ребята удачно выступят на первенстве Южного федерального округа, то этот турнир также получится и подготовка к соревнованиям к первенству России. В старшей возрастной группе выступали более опытные ребята, имеющие юношеские спортивные разряды, и своей игрой порадовали тренеров. Главный судья в этой группе шахматистов, мастер ФИДЕ Юрий Шульга, назвал имена победителей. Максим Баландин – первый, Георгий Старожук – второй, Герман Веремий – третий. Для успешного выступления на официальных первенствах Южного федерального округа и России нашим ребятам необходимо участие в большом количестве турниров, особенно на выезде в Симферополе, Алуште и в Поту. Керчи, Феодосии. Только когда будет приобретен опыт, севастопольские юные шахматисты поднимутся в рейтинге и будут чувствовать себя уверенней в соревнованиях более высокого ранга. Владимир Милянский, Виталий Коломиец, информационный канал Севастополя.